Чудеса случаются не только в новогоднюю ночь. Несколько лет сотни обманутых дольщиков жилого комплекса Томилино ждали, когда смогут заехать в свои квартиры. И этот момент наконец настал. 420 семей получили заветные ключи. Со счастливыми новоселами пообщался мой коллега Григорий Ворванин. Спасибо. Строили, строили и наконец построили. Ура! Этого момента сотни семей ждали 5 лет. Доверившись заверениям застройщика, что дома будут сданы в срок, купили квартиры в жилом комплексе Томилино. Застройщик сдержал слово «частично». В 2017 году 6 домов построили, ввели в эксплуатацию, дольщикам вручили ключи. Другим не повезло. Стройка замерла. Лишь благодаря вмешательству администрации городского округа дело удалось сдвинуть с мертвой точки. Сегодня мы получили ЗОС на эти 3 дома, это 420 квартир, это 420 семей, получат ключи, мы начали их выдавать. Я думаю, что где-то в ближайшее время мы получим разрешение на ввод, дабы оформить все документы, чтобы люди могли полностью быть собственниками данного жилья. Вадим Озеров заехать с семьей в новую квартиру планировал еще в 2017 году. Срок сдачи дома постоянно отодвигался, а мечта о новоселье становилась призрачной. Проходит первый квартал, второй квартал, проходит 18-й год, 19-й год проходит, а ну все обещало и обещало. То есть мы уже на самом деле даже в 2020 году и не надеялись. Тут как раз получается пятница предыдущая, все, акт был подписан, ну счастье было... Но нельзя, то есть, ну, естественно, переживали там, сколько времени прошло и родители, и родственники на работе. В настоящее время из 11 домов в жилом комплексе Томилино достроить осталось 3. Их готовность 70%. После того, как они будут сданы, в микрорайоне начнется строительство школы и детского сада. Не забудут и о спортивных площадках. Задача здесь сделать максимально комфортным пребывание жителей, для того, чтобы они имели возможность не только отдыхать, но еще и активный образ жизни вести, заниматься спортом. Вот над этим мы сейчас тоже будем работать. В квартирах есть все для комфортного проживания. Проведено и подключено отопление, электричество и водопровод. Новоселам остается лишь купить мебель, и можно отмечать новоселье. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.